И сегодня я вместе с Алисиной. Всем привет, ребята! Будем распаковывать скрепыши 3 по цветам. Я буду распаковывать синие, голубые. А я только фиолетовые пакетики скрепышей. И обратите внимание, как красиво мы разложили наши пакетики сердечки. В форме сердечка. Тот, кто проиграет, получит все скрепыши. И подарочный набор, утешительный приз. С випом. Да-да-да, вип есть, все, ничего не украли. А победитель получит главный приз 40 тысяч рублей. 40. Мы скинемся с Алиной по 20 тысяч. Давай их сюда сразу отправим на коробку. И победитель забирает весь призовой фонд 40 тысяч рублей, а проигравший вот этот вип-набор. Смотрите, мы даже на совет можем. Это потому что некоторые пишут. Мне кажется, пишут на камере и так видно, что они настоящие. Что это такое? Водяной знак. Да. Значит, ну, теперь все увидят, что не поддельное, а то некоторые писали. Я в первый раз такое вижу. Так, Алин, правила как обычно? Да. VIP 5 баллов. 5 баллов. Юбилейка 2 балла. Все остальные 1 балл. Нет, спонсоры не считаются за повтор. Да, и 1 балл. И по 1 баллу. Ну да. Все, правила установлены, не меняются в течение всего ролика. О. На камень-ножницы кто... А что на камень-ножницы? Все, да? Поровну, да, Алина. Так, у каждого равное количество, поэтому начинаем. Поехали, начинаем. Ой, я тоже. Пусть будет удача на моей стороне. Алин, подождать тебя. Алина, раскидывай. Ей нельзя падать. Точнее, скрепышам ее нельзя падать. Да, потому что обычно, когда у Алины падает скрепыш, там находится юбилейка. Проверяем. Ну что, раз, два, три. Простоквашино. Но спонсоры, ну, спонсоры как обычно, короче, я уже поняла. Если поняла. У тебя победится еще одна Простоквашино, да. Без разницы. Алина нервничает. Кактусина, да, видно. Приз-то денежный. Да. Фрэнк. Фрэнк. Пока ни у кого нет повтора. Мумий. О, у меня какашить. Да, кстати, по 4 распаковали. А у меня юбилейка. Магнитка с... Нормально. Нет, ну здравствуйте. Хотела сделать пранк. Попалась. Да, у меня попалась крюха. Просто мои шуточки всегда какие-то до добра не доводят. А, кристалл. Я уже на секунду подумала, что магнит косметик. Но это кристалл. У меня звездочка. У меня первая повторка. А, у тебя тоже уже есть? Ну ладно, я не так переживаю. Добрая сестра, чек. Вы вообще болеете. Болеем, да-да-да. Видели. Класс. Магнит, ой, косметик. Пока твой любимый, по кстати. Юбилейкам да. Равная. Алинин любимый магнит косметик. А вот по скрепышам уже не равная, потому что у меня 3 кристалла. Зачем они мне надо? Я их не очень-то и люблю, если честно. Грифа я тоже не очень люблю. А я магниты люблю. Вот смотри, в синем пакете, точнее бирюзовом, тебе попалась такая. Нормально. В бирюзовом пакете бирюзовая. Да. Для пицца. О, свинюшка, Майнкрафт. Давай поменяемся. Давай, любой сейчас будешь брать. Сейчас пока что много. Ну, да. А, и ты не так любили. Переживаешь? Ой, я прям возьму не глядя вот этот. Пусть мне повезет. Опасные обмены. О, у меня хлюпик, не повторка. Я магнит. Просто здравствуйте. Мы ищем, ну сразу еще раз. Ладно, давай. Я тоже знаю. Знаешь, как азарт? Как опасен. Прикиньте, кактусы попались. Мы вытащили, да, вместе и попались как. Ну ладно, давай. Давай, ты помятый взяла? Азартная Алина. О, чудо. У меня тоже спонсор. 2 спонсора. Ну прям вообще сестры такие. Так, пока давай без еще раз. А то как-то это волнительно, когда 40 тысяч. А могут? Мне послышалось автобус. У меня какашка. Какашка в студии. О, какой-то погрызанный пакет. Вдруг там что-то хорошее. Прям что-то бракован. А, это викинга погрызли. Да, ну Алина аж застыла, смотрит, как Алиса открывает. Вип, наконец-то! Сейчас представляешь, Алина открывает. Первые разы она верила. Я, пожалуй, воздержусь. Когда я говорю, это сбывается. Нет, нет, нет. Не вип. Все. Это драко. Мои шуточки до хорошего не доводят. Опачки. Нормально, шуточки до хорошего не доводят. Вип, ребята, посмотрите, я его отдельно сложу. Если что, это не из этого набора. Вот он, вот вип в наборе. Так, короче, вот вип. Смотрите. 5 баллов уже у меня.
пятачок. Настоящий золотой. Алина очень рада. Алинина, помнишь, я тебя просила называть скрипыши? Ты можешь называть, чтобы попадает, чтобы у меня сердце не прихватывало? Типа, у меня хрюшка, у меня то, хорошо. Причем Алина сначала пакетик сразу берет, говорит. Алиса открывает, а у Алины глаза сразу, да, округляются. Что там? Вы пока... Я тоже, о, у меня это тоже... суперстор, я думала, это магнит. Я тоже подумала. А я думала, это аптека. Пока вы болтаете, я думала, хотела сказать, у меня юбилейки попадаются. Опять. А нет, какашка, у меня уже третья. А у меня юбилейка. Пять? За 5 минут? Ты только что сказала аптека? Да. Лайк, это лайк. Мне так, тоже. Ребята, за такое смотрите, количество... Смотрите, я сказала лайк, у меня попался лайк. Два лайка, ребята, поставьте, лайк. Пожалуйста, лайк. У меня клюпина. Ой, опять Дениска. О, Дениска и у меня. Ой, да что это такое? Потери. Вообще. Да, абсолютно разные. Давай поменяемся. Давай. Я тоже возьму с краю. Опасно, не? Да не может такого быть! Что это за прикол? У меня привидение. Тоже ничего. Тоже супер. Так, из моего пакета VIP. Да все на месте. Алиса удачненькая. Так, давай меняться. Все. Беру любой. Может, мне так когда-то повезет, как Оленине. А у меня Мэрис всего лишь. О, ну, у меня не было Фрэнка. Вип этот должен быть у меня. Получается, в моих фиолетовых пакетах было 2 випа. Но, в принципе, так играть, ребят, тоже интересно. Так хоть есть азарт. Тебе сейчас сказал, еще достаем. Такой азарт, что у меня... Еще прям... давай. Давай. Я согласна. Несмотря на то, что я проиграла так вип, я готова еще на риск. Ой, инопланетянин, я на позитиве. Ну, мне показалось. У меня его не было, инопланетянина, поэтому я на позитиве. Так, Вервольф, Фич. Фич, как там его? Амогус. А у меня юбилейка. Так, смотрите, у меня, короче, юбилейка красная, юбилейка розовая и VIP. А у Оленины 5 юбилеек. Мне надо еще 3 юбилейки, чтобы сравняться с Олениной. О, Простокваша. Простоквашина уже было. У меня 2 вискоса. Напряженная распаковка. Реально нет, напряженная. Мэвис помята. Просто. Да, я представляю. Вискос. Это Феликс. Ой, какой вискос? Феликс. А, у меня не было Феликс еще в моей распаковке. Да. Я вспомнила Вервольф. Амогус. Хрюшка. И все. Обычно амогусов просто. Да, обычно редкие. Да, так, 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 стоп, вы пропустили чудо, у меня попалось оно. А, это повторка уже, ладно. Так, ничего, а не считается же за повторки. Считается? Нет, не считается. А, не считается, все хорошо. Тогда я буду радоваться. О, магнит. Магнит, Оленина. Алиса, ты скажешь, о, магнит, как будто бы это прям как... Как какой-то обычный. В связи с последними событиями тут уже випы больше ценятся, поэтому магниты уже не так. Или мы зажрались уже под конец вот акции. Мне тоже кажется. Да, мне тоже. Мне кажется, кто-то уже зажрался, да? Ну, наверное, да. Так, что Драко. О, мне показалось, это вип по цвету. Так, да, похож по цвету. Ой, класс. А, это кристаллы, я уже сама поверила. Ой, это Фрэнк. А, у меня был уже Фрэнк, ладно. Интересно, это... Опять Фрэнк. Магнит. Он вообще зеленый. Зеленый магнит. Это новый магнит, который еще не построили, он скоро будет. Не построили магнит. О, а, викинг, я думала, это... Ну, в смысле, новая сеть какая-то, типа аптека, косметика, там всякая. Сколько времени? Так, вискас попался, это хорошо. Давай обменяемся. Давай, выбирай любую. Подожди, подожди, я поменяю. Помешаю. Колдовство вдруг там еще где-то вид. Давай. Ой, дай мне тот, который ты уронила. Один из этих. Так. Нет, 2 улетело. Я беру вот этот. И ты бери любой. Вдруг повезет. О, чудо. А, ну чудо не считается за повтор. Считается. Бал считается. А, ну да. Ну да, бал считается. Да, чудо 3 балла. Да. Все правильно же? Да, все правильно. А давай сейчас обменяемся и угадаем, что кто у нас. Ну давай. Да блин. Так, Алина сегодня не уклюжая. Да, она просто нервничает. Все роняет, конечно, я бы тоже нервничала. Давай, угадай, какой скрипыш в этом пакете, я тебе его подарю. Нет, давай обменяемся, а потом угадаем.
А смысл? Какая разница? Мы обменяемся, например, вот так вот. А, ну давай. И угадаем. А, ты хочешь... Ну, викинг. Я прощупываю. Простите, у меня уже под конец акции большой опыт. Алина, ну давай ты. У меня викинг. Мне кажется, у меня... Либо Мэвис, либо этот... Драко. Под конец акции я уже все угадываю. Ты посмотрите. Простите. Профессионалы распаковки скрипушей. Будем доставать еще. О, смотрите. Это Фрэнк. Вот даже. Фрэнк. Я а просто... это Муми, мне кажется. А, нет. Нет, это Хлюпик. Ну что, давай еще достанешь. Давай. Ты этот? О, я возьму. Вдруг вот этот. Повезет. Повезет или нет? Раз, мне повезло. Мне какашка. Лайк. А, лайк. У меня он уже был. Мне какашка. Да ладно. И еще будем так делать? Будем. Давай по Алина два. Вошла в азарт, по да? Два? По два? По два? Давай я вот так вот. А, и я возьму, пожалуй, вот так. И вот так. Спорим, ну, сейчас у кого-то из нас попадет в юбилейку. Спорим на что? На юбилейку. Если не попадается... Да, на юбилейку спорим. Отдаете юбилейку, на... которая уже открыта. Да. Если не попадается... Но если ты не угадала, она говорит, что не попадется. Ты ладно. Думаешь, попадется, да? Я думаю, не попадется. А, ну хорошо. А ты думаешь, попадется, да? Да. Так, ладно. У меня вискас. У меня кактус. А, кактус уже был. И во втором пакете... Нет, а у меня Феликс попался. Лин, бери. Это что, я получила значит... юбилейку? Спасибо. Можем еще так сделать. Алисе нравится. Давай я тебе. О, у нас сколько раз сравнялось. Давай сделаем еще раз. Равное количество юбилеек у вас сейчас? Да. Давай еще раз так сделаем, но я буду голосовать, что попадется, а ты не попадется. По два пакета бери. Юбилейка или VIP, я думаю, попадется. Я тебе вот эти даю. Ну, давай, посмотрим. Так надо было, чтобы Алиса выиграла. Давай я сама, да, чтобы было честно. Блин! Алина со мной. Ты можешь, конечно, брать уже. Так, походу Алина со мной играть не будет больше, да, ребята? Так, у меня Драко и пицца. А я наоборот думала, если голосовать, что попадется, так меньше шансов. Ну, потому что их не так много. Спасибо, Акулина. Нормальная игра такая. Да. Ой, пиццы не было. Алина очень рада за сестру. Так, у меня... Кактусина. Алис, давай еще раз возьмем. Давай. Так. Раз, два, три. Опасный обмен. Мне Гриффин попался. Нормально так. Еще раз будем, смешаю. Будем. Давай. Алина начинает возвращать свои. Так, давай еще раз, короче. Я беру... О, давай вот этот. Раз, два, три. Я... Так, вылетело. Оп. Офигеть, Алина, должок вернули. Слушайте, вот это обменялись. Удача. Обменялись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть у меня. Алис, давай у Алины ты мне 5. Дашь красный магнит, а я тебе... А, ну, так как это по или 2 белый. Балла, то давай можем... я тебе белый. Без проблем, давай я тебе такой. Ой, Алина коллекцию захотела. Да, ну, Алин, не переживай, если ты проиграешь, у тебя все равно будет вся коллекция. Утешительный приз. У Алины опять что упал. Что такое? Опа. Алина, ты так все свои скрипыши растеряешь. Растеряет, ага. А потом, что у меня меньше? О, космонавт, у меня его не было вообще. Ой, посмотрите, сколько у Алины космонавтов. Да, а у меня много кристаллов, много магнитов, много драков. Давай поменяем. Ой, стоп, Феликс, давай. Пока немного пакетиков. Так, давай не глядя я возьму. Беру вот этот, пусть мне повезет. На удачу. О, собака. Блин, а у меня ее и не было. Слушайте, собака а это раз. Топ. Ну давай. Собаки не было, Алина нет. Себе еще одного космонавта добавила. Давай три штуки. По три? Алина. Да. Повышаем ставки. После, мне кажется, азарт до добра не доведет. Смотрите, да, как да, она да, готова. Алина уже даже привстала. Она уже готова к битве с крепышей. Я могу помочь. Три штуки, хорошо. Раз. Бери ты у меня одну. Да. Теперь я. Подожди. Ты сразу две, Алина, взяла. Два, и я беру еще третью. О, вот так. Ну, давай, на открывай. Удачу. Давайте по очереди. Давай. О, собака. Так, мумий. Так, у тебя повторка? Пакет. И у тебя повторка. Инопланетянин тоже повторка. Алина. Был.
Мой пакет счастливый. Да, да, да. О, и собака. Алина, что ты собак мне тут своих раздаешь? А викинг у меня викинг был? Был? У меня осталось... Не было. Не было викинга. Мне осталось 3, 4, 5, 7 пакетов. Так, для Алины удачный обмен последний. У меня 7 тоже. Так, 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 кто это у нас? О, Драко попался. Давай еще раз. Еще раз, Алин? Если бы ты проиграла, ты бы так часто не предлагала, да? Алина 6? Уже просто в азарт вошла и не может остановиться. Давай, ну вот, 6. 3 друг друга. Ну и любые? Давай. Сами выберем. Давай выбирай. Я тебе вот эти даю. А, ну давай я тебе вот эти. Не знаю, что там. Но Алина вошла во вкус. Алина, ты мне одних собак тут в конце подсовываешь. У меня грибы. Так, у меня грибы. Гриб. А. Собака, инопланетянин и привидение. А у меня все из этих. Но грифа не было. Да, у тебя не было грифа. Нормально, не повторка. У меня была и собака, и инопланетянин, и привидение. Так, ну три пакета у меня осталось. Подождать тебя. И давай уже их вместе распакуем уже, чтобы честно было, а то мы половину друг друга пакуем. Раз, два, три. О, Драко. А, у меня он был. Ладно, ладно. Два, три. Кристалл был. Последний пакет, не подведь. Третий. А, у меня один, а у тебя два. Офигеть, что еще сказать? Два випа. Алина, это что за шок-контент? Алина, ты специально его припрятала в конце. У меня всего лишь Феликс. Я откуда взяла то, что... Радуемся мелочом, девочки. Феликс попался. Красивый. Кстати, у тебя спокойный. Очень много товаров спонсоров, да, а у Алины только вискас. Да, но мы сейчас, я в принципе... А, нет, и Феликс еще. Я руки не опускаю, конечно, два випа, это 10 баллов сразу, но я руки не опускаю. Давай, Алин, пересчитаем, и уже тогда поймем, кто выиграет 40 тысяч. Держи тогда наверху. Руки, говорит, не опускаю, она говорит... А, шутки за 300, да, от Аленины. Шуточки, которые мы заслужили. Давай, Алин, пересчитывай. Да, все нервничают, давай пересчитывать, встретимся с вами через секунду. Ребята, перед началом пересчета я хочу передать привет моим самым активным подписчикам. Спасибо, что вы смотрите меня, лайкайте и пишите просто кучу отличных комментариев. Я вас всех очень люблю и ценю. А если именно ты хочешь попасть в мое новое видео, то обязательно пиши как можно больше комментариев. И, возможно, я тебя замечу и добавлю в мой новый ролик. Ну что, вы готовы к пересчету? Да, я в принципе готова, все разложила. И кто будет пересчитывать, как выберем? Давайте на камень-ножницы. На камень, хорошо. Раз, два, три. Я первая? Да. Так, давай. Все. VIP 5 очков. Спонсоры у нас не считаются за повторки. Магнит 2. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. И, ребят, обалдеть, кажется, 46. Я собрала всю коллекцию. Вместе даже с ВИПом. Все спонсоры, все вот эти обычные скрипыши и один ВИП. Но у Алины два ВИПа, и это меня пугает, если честно. Ну что, Алин, твоя очередь? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45. 43, 44, 45. Так, а у меня 46? Да. Это на один, на один балл. Один балл, при том, что у нее два випа. А знаете, в чем прикол? Это все спонсоры, мои дорогие. Это Феликс, Вискас, Чудо и Простоквашино. А это теперь прям мои любимые скрипыши. Спонсор видео, спонсоры. Реклама, минутка рекламы. Реально, потому что эти Феликс и Вискас меня спасли. Смотрите, как их у меня много. Так, Аленина, ну вы не обижайтесь, но приз собираю. А, ты мне вот так прям. Ладно, Аленина, давай куда-то сходим, я угощаю. Угощаю? Хочешь, да. Отметить победу, а оператора возьмете? Я думаю, можно, да. И не Кусю можно еще. И не Кусю всех возьмем. Ой, какое доброе видео сегодня получилось. Поедут кино смотреть.
Кто понял, тот понял, да, называется. Я сегодня всех угощаю. 40 тысяч, как-никак. Ну, или, если хочешь, Алин, можем еще разыграть. Я сэкономлю деньги. Давай, я не против. Ты готова будешь играть? А я сэкономлю вот это. Вип-набор? Да. Поставишь тоже ставочку? Да. Да, ребят, встретимся в новых сериях. Я сегодня очень довольна, если честно. Я не ожидала, потому что в последнее время мне в таких розыгрышах не везет. И я тупо бываю в минусе. Но мы сейчас вас я прям рада. Очень сильно любим. Да, очень сильно любим. Встретимся в новых сериях. Пока-пока. Пока-пока. А теперь пойдемте гулять, девочки. Все, девочки, кушать.